20 рублей за литр. Ноябристое вино 115 рублей за бутылку, объемом 0,75. В профессиональном сообществе обсуждают нормативы, которые были предложены на заседании рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании. Ведомстве подчеркивает, что цены отражают пожелания производителя, однако могут быть пересмотрены. Гендиректор клуба профессионалов алкогольного рынка Санкт-Петербурга Максим Черниговский отмечает, что минимальная стоимость вина и шампанского занижена. Я в прошлом году консультировался с нашим технологом, да, если взять вот качество того советского шампанского, который выпускали там в 80-х годах, да, прошлого столетия, то себестоимость его, ну, это сейчас где-то там в пределах 180-200 рублей. Очень большой сегмент, если говорить о внутренних шампанских винах, это уже 200 рублей, да, то есть какая-то продукция. Ну, мягко говоря, мы исключили на характер. Я думаю, что, конечно же, цена должна быть выше, чем эти шампанские винах. Эксперты считают, что установление минимальной цены на легальный алкоголь устранит с рынка контрафактную продукцию. Отметим, что аналогичные нормативы на крепкие напитки, водку и коньяк действуют с 2009 года, и они неоднократно повышались. Руководитель центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя цифры «Один Робис» называют предложенные минимальные цены оптимальными. Просто психологически российский потребитель, увы, пока не готов. На самом деле, что такое сегодня 250 рублей импортный продукт? Это бесплатная продукция на Западе, по большому счету. То есть она там вообще ничего не стоит. То, что у нас продается по 250. А ресторанные наценки, они в разы все-таки тоже отличаются. А обычно в ресторане наценка от 300 до 500% на алкоголь. Стоит отметить, что изначально против регулирования цен на вино и шампанское выступало Минэкономразвитие. Ведомство считали, что установление минимальной стоимости может обернуться избыточными административными ограничениями и обязанностями для малого и среднего бизнеса. Однако, как напоминает ведомости, в мае 2014 года на совещании в Абрау-Дюссо, которое провел Дмитрий Медведев, Росалкогольрегулирование вновь поднял вопрос и заручилась поддержкой премьер-министра. Летать на матчи на специальном самолете авиакомпании «Россия». Соответствующее соглашение было подписано между клубом и авиаперевозчиком перед матчем первого тура чемпионата России по футболу. Сообщается, что в новом сезоне обычные пассажиры также смогут полетать на так называемом «Зенитолете». Каковы бизнес-итоги предыдущего соглашения между футбольным клубом и «Россией» и можно ли специально арендовать самолет в ливрее «Зенита»? О самых Кузнецова кормились многочисленные чиновники рангом пониже, предприниматели, даже правоохранители. К сожалению, всех, кто сумел нажиться на миллиардных аферах, уже вряд ли удастся установить. А некоторые из тех, кто все же попал в последствия, сумели отделаться сравнительно малыми бедами. Например, один из подельников, Дмитрий Кадиренко, помогавший переводить деньги за рубеж, был приговорен всего к 3 годам за мошенничество. Ухитрился выйти досрочно. Следователи при этом раскручивали все новые эпизоды из деятельности группировки и собирались предъявить фигурантам новые обвинения. Но Кадиренко успел ускользнуть, выйдя на свободу и уехал в США. Сотрудников колонии потом обвинили в халатности, поскольку они позволили осужденному сбежать из страны. Но следователи вынуждены признать, сейчас Кадиренко вне зоны действия российского правосудия. В самом выигрышном положении оказалась супруга Кузнецова Жанна Буллок. Она сейчас живет в США на деньги, полученные от криминальных схем. И вполне неплохо купила основных в Бруклине. Для российского правосудия она тоже почти недосягаема. Неофициально высказывались мнения, что американские власти при необходимости дадут ей защиту, поскольку большую часть ворованных денег она вложила в американскую экономику. Кроме того, нелегко доказать, что она была напрямую замешана в преступных схемах. Экс-министр использовал ее как способ отмывания денег, а она, похоже, использовала его как источник обогащения. Сейчас Кузнецов ждет экстрадиции из Франции в Россию. Процедура длится уже довольно долго. На днях исполнилось 2 года с тех пор, как беглого чиновника задержали во Франции. Формально власти страны согласились с